Раз, два, три, ёлочка, гори! Ребята из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теремок» ждут новогоднего чуда. По слухам, Дед Мороз подготовил сладкие подарки, но только для тех, кто хорошо танцует и знает стихи наизусть. Проявить себя можно вокруг пушистой красавицы, которая волшебным образом появилась в центре. И делать это лучше в кругу старых друзей. Представители банка Пушкина дружат с обитателями «Теремка» уже давно. Они решили воплотить сказку в быль и наградить тех, кто хорошо себя вел в этом году. Мы внесли свою небольшую лепту для создания праздничного настроения у детей и принесли небольшие подарки к Новому году. От себя лично и от нашего банка хочу пожелать всем жителям города Ивантеевки в наступающем новом году благополучия, удачи, счастья, исполнения всех желаний. Мы благодарим всех наших клиентов за то, что выбрали наш банк. Банк Пушкина – один из самых динамично развивающихся. Только в столичном регионе в этом году открыто более 10 комфортных офисов. Ивантеевский справил новоселье, переехав на улицу Толмачева. Продукты банка интересны и выгодны его клиентам. Ставки по вкладам постоянно растут, а кредитные снижаются. Дружба с реабилитационным центром «Теремок» давняя и крепкая. Представителям банка дети рассказали новогодние стихи. Снежок пахает, кружится на улице бело, и превратились лужицы в холодное стекло, где летом пели зяблики. Сегодня посмотри, как розовые яблоки на веток снегири. Волшебный праздник в «Теремке» был бы неполноценным без показа одноименной сказки, а ребята из старшей группы поставили свою версию колобка. Для гостей, педагогов и родителей звучали зажигательные песни, а хоровод водили всем миром. Представители банка веселились вместе со всеми и пообещали ребятам новогодние встречи продолжать.